какие-то голосовые интересные. А мы там тоже пропустили, представляешь? Ужас. Как я буду жить? Как же можно жить? Мне так пофиг. Сказали, что было трудно. Поэтому я рада, что меня не было. А они... Предложение, пожелание. А куда? Спать? Спали? Или в Гебри, либо ядерная станция, куда мы? Мы... Пусковой центр мы. Нет? Да? Там люди. На автобуске люди? Угу. Сзади вас. Трое. Трое. Нас двое. Все, мы закончим, все, ребята. Ну, пойдем в другое место играть. А, от беды я даже нечего. Да не пойдем. Пальцем. Ты что, пальцем да вот умеешь как... Да вот хотели вот только у одного, так сказать, эколога не скачет, но у него сбились. Ха! Ебать ты лох, конечно, боже мой. Блин, он вот убежал. Это мы дожили, да, братан? Что такое? Да? О, наконец-то. Так, там еще где-то был. Поскакал вовнутрь. Поскакал вовнутрь. Я одного сбила. Я тоже одного сбил, но я не могу найти больше еще. А, о, драгобой. Со спины меня догнал. Вот же драгобой. Но не добивает. Не добивает? Потому что я, наверное, этого. Я не добивал другого. Это он так промазал? Да я вот да. Встал, вот. За стеной сразу. Драгобой. Я слышу где-то, наверное, башиста. Ай, он наверху, кажется. МС Коуд. Он у тебя. Скрим, давай. Молодец. Добил последнего. А погоди, там еще один, что ли? Нет, не последний, он ползает. Возможно, подняли того, которого я сбил. Они... Ой, блин. Я ему доложил. А он так поступил со мной. Ловушку я думал, нужно сдохнет. Поставить, да? Да возьми ты это говно. А где я кнопку второго разбила? А, вон он. Спрятался. На дороге же здесь. Ой, цветочек. Вертушка о, летит. Сдох, бля. Блин, еще где-то кто-то ходит. Вертушка на крыше. Блин, потом их мало. Мне кажется, к нам полетел... А, не улетел. Да, да. Чё там, наверху синий? Да, наверху синий. Я не могу подняться! Я ручку подайте, даме. Всё, вот последний был. Он же сразу? Да, он сразу умер, он сразу откис. Еее, мы закрыли склад. Молодцы. О, у него самодама одежка была. Не боишься. А ракет не было, да? Он ракет с собой вообще не брал. Не было. Бля, буду. Не было. Вот плохой человек. Еще и главное взял, а без ракет пошел. И не вообще. Стыдно. Трэш. Уу, нормально. Стелка, а жалобу можно подать на него? На него? Да. Жал. Ну, мол, он это ракет не взял с собой. Так, там кто-то. Там где-то этот. Пушка где? Снайпер. Нет? А, нет. Упс. Вертушку разбили. Какая жалость. На ракета. Пойду поплачу. О, так ожибал. У тебя ракета есть? Нету. Снимайся. Здесь 117 лежит, но не крашеный. Я могу дальность дать желтую взамен. Ага, вот сразу вот так. У меня есть дальность. Да, как я умею, а? А ты так умеешь? Я стар для этого. В окно и назад. Попробуй. Что это говорит?
Все, дай, ну, пожалуйста, ракет. А что, один раз боишься дальше? Побудь. Чем торгуют тут? Ракетами. С него 50 рублей. На, вот, вот вместо 50. А еще плюс 50 рублей. За мое вождение. Вот, вот. Это миллиард. О, спасибо. Что-то пометил тут-то. Не надо. Здесь вот ракеты есть. Здесь ракеты, ну, вот есть. Я сейчас пойду, там их не будет. Не, там не было их. Ну а что ты хочешь? Коммерческие отношения, рыночные отношения. Все. Блин, а что там с челиком, которого я сбил? Я что-то забыл. Ты кого-то сбил? Да, там взорвался челик, не выдержал. На вертушке-то? Да. А, у него ничего не было. Бедный человек. Можно было и не сбивать. Можно было жалиться. Там бибика есть. А вон там, по-моему, четырехместная бибика. Да, да. Да. Так, слева от нас вертушка летит. Я джевелин. Горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там норманы зажигают наш народный час. Вот сел бы я за руль, да. Было бы... Ты куда сел? Назад садись. Мне нельзя за руль. Тебе другое отношение, тебя не жалко. Вот. Особенно, когда начинают припоминать, как я вожу хорошо в играх. Там Half-Life и так далее. Так. По Half-Life я мало знаю. Все. Там по правой стороне. Далеко. Ой, они еще на другой стороне, и там везде вертолеты на каждой... А, ну, шакала можно сбить? Вот он, шакал, да, летит. Да. Ой, что вы это? Слишком высоко был. Супер Броу просится. Не знаю, это дождется ли он у нас. Блин, он улетел. Подожди, я напишу ему, мне не трудно. Ты даже дождешься на... А? Угу. Или ты уйду, ай. Что за абьюзерство какое-то? Мы в зоне, ваше предложение. Там есть где-то розовый. Ну да, остатки остались, там поклевали. Вот, мы пойдем доедать за ними. Что значит на этот, с оружием или? Ну, если вы хотите, конечно, да, но я если что телепортируюсь. Там есть это. Блин, там два шакала летают. А почему один белый, один красный? А типа... шакал. Побелел от страха. Попали это, наверное. Да, он упал, разбился. Тушка слева от нас на этом. Я на, не достал. На красном дропе. Я не вижу. А что ты встал-то? У нас супер брок, короче, ждет. Я написал, дождется ли он у нас. Он сказал, конечно. Конечно нет или конечно да? Не уточню. Но я уточню после катки, если он запустится. Так, так, вот. Летит. Чего ты нас не дождался? Да. Что мы с ним? Штакал разворачивается. Вот там сила. Вот тебе магический там силька. А, нет, он не ушел. Блин, я уже думал, у меня сейчас улетит. Чё не вылетело? Ой, не благодарите. Это хорошо, что не вылетел. Умею. Перетелы. Вот это дело. Кто-то бегает. Естественно, кто-то бегает. Я же не знаю. Так, вот. Тушка второй. Справа от нас где-то. Неужели оружие? Вот блин, я чуть в себя не выстрелил. Хорош. Хорош. Так, один, по-моему, спрыгнул. Точно.
Блин, у нас сзади. Прыгну. Так, один есть. Дурачок, что ли? Так, один там. Немного за. Может, один прыгнул, нет? Не-не, там их трое было. Вон он поставил эти. Ревенджер. Блин, ревенджер и шакал. Достань уже. О, все. Hello, my friends. А где у нас снайпер работает? Ой, ебай, он врач. Как да, так? Да, он врач. Тебе кто разрешал лечиться? Ух ты, тут... Всё. Спасибо. Меня подними. Так, а какой твой? Я золотая. Золотая. Это даже усмысленно прозвучало. Вот это твой, да, Леш? Да, я... Золотой, да, я. Вот золотой. Так, у нас болит. Куда вертолёт? Люди у вас. Плохо вам. Нет, блин, сука, ну почему ты? Только сейчас вот кого-то взорвал, кого-то убил, блин. Хорошо закончилась катка. Посадили на шею. Он сам ко мне сел. Что там? Сегодня онлайн бой, да, будет Хамзат Чумаева. Смотреть его еще. Да, ага. А о чем? Про бои без правил. UFC. Залети куда-нибудь, куда нравится, если бы вообще, куда твоя душа желает, туда и прыгай. Это же главный, да, за тобой выбор. Мы просто летим за тобой. А я и забыл, как... А там уже думаем, лететь с тобой дальше или нет. Я помню, как на ферму дофига народа летало. Странно, он что-то придумал в Киллхаус лететь. Там люди, там отряд. Там никто не летел. Полетели, ты чё, слепой? Меня не видно. Я знаю. Ой, у меня есть молодежка. Я сейчас все ракеты потрачу. Не надо. И пустую тебе отдам, да? Вообще без ракеты даст. Дай, пожалуйста. Ну, конечно. Ну, на. А ракеты, пожалуйста, верните. Пожалуйста, нету. На. Ой. На. Дарю. Ты мне перк спиздила, дай. Ну там ракет нету, видимо, и перка нет. Ну хорошо, я запомнила, да. Вот ракет лежат, метку дал. На ракеты нет. Да нафиг. Я не пользуюсь своей фигней. Так ты назад. Ракеты. Своим классом. Ты назад откидываешься. Фига там ракет. Ну все, я же не пользуюсь этим. А вот ты зря не пользуешься. Так, фу, куда пошла? Вот ракеты я скинул. Ага. Ну куда пошла? Видишь, все-таки мы женский персонаж. Персонаж, а не мужской. Тому тебе ракеты и дают? Ничего. Нет, я вообще не привет. А ты говоришь своими, что женский, что мужской персонаж. А, когда я такое говорила? Ракеты отметим. Ага. Не надо отмечать ракеты, вы чё? Почему? Фу. Зачем вам эти мороки? Правильно. А ты достал, а ты взяла перк, который я выбросил твой? Да. Пожалуйста, выбросил. Я его оставил владельцу. Обиделся, все, у меня депрессия вековая будет, понимаешь? А можно ее разделить? Вековую депрессию? Ну да, чтоб по 50 было. 50 лет.
Не проживу столько. Ну потом 51 год скажешь это. Не хочу. Возьми. Ты где? Вот. Ничего, у меня лучше он. Это лучше, чем ракетный ботинок. Ботинок? А у него есть ракета. Вот так вот. Да, у него есть ракета. У него могут и побольше быть, чем то, что ты нашел. Да я не спорю, у них 18-20. Ну да. Это был бот. Где они столько находят? Там бомжатский, видимо. Ты они с оружием прилетают, ты о чем? Не всегда. Ну, у меня частенько. Лентик какой-то играет. Лентик? Ленти, ленти. А. Вот ракеты пропустил. Там одна штучка. Там одна штучка. Одна штучка, ладно, простите, но... Это же не 21 штучка. Да, было бы 21 штучка. Очень рад вас всех видеть сегодня. Мы тебя тоже рады видеть. С нами прощаешься или что? Ты нам что это... Звучало как-то... Это твоя последняя катка, что ли? Да-да. Больше никогда не увидимся. Зато ты останешься в видеороликах. В наших сердцах. Что? Маленьких. Что? Доброе утро. А почему так? Блин, я не успел, походу, ракеты взять. Каких видео? Никого. Не-не-не, никаких, никаких. Нет. На Сакуру вертолет летит. Ага, понял. На нас. Просто знаешь, что они есть. Они есть, и это уже хорошо. Блин, почему не на улице? Да. У кого там джавелин? Сейчас на нас будут это щемить. Все, все. Так, скок. Какой. Все. Блин, ну. Сейчас нам, да, вот ответочка пролетела. Они к нам летят, а он не взлетает. Ай! Блин, он еще поставил ее. Ай! Он поставил Avenger прям по центру. Хитро, бро, беги. Супер, бро. Наконец. Беги, не оглядывайся. Беги, как ты страшно сам, беги. У меня сама наводяшка вообще не наводилась. Только под конец начал. Иван Маппл. Тип крутой. Город призрак. На сегодня последняя катка у руки идет. Ой, бедный, как уроки ему надо делать. Уроки или предметы? В каком-то там классе. В третьем, да? Сколько там? Три урока, значит, в третьем, во втором классе, там, мне кажется, у них больше уроков, чем у тебя. Не, я видел 7 уроков в моей школе. Во-во-во, видишь? Я раньше сказал. Вау, 7! Это, ебан, это твои потом. 2 пары. Это моя пара. Мне 8 уроков. Даже... 4 пары каждый день. А, не, пары. А, да. Я немного не так. Это че получается одна. У меня почему-то одна пара, это типа 4 урока. Не-не. 2 пары. А, заебись. У меня одна пара, это 2 урока. Как у всех. Вот, нужен Медекс. Я нашла себе комнату. Вот, нужен Медекс. Да, бля, закройся. Обери макин, помай.
А почему так поздно делаешь уроки? Ты же заканчиваешь раньше, ты заканчиваешь в три. Ты в мое личное пространство ворвался. Во-первых, уйди. Во-вторых, он заканчивает в 3:10 примерно. А я домой приехала и прилегла на часик. И вот 8 проснулась. Не часик получается. Блин, ну явно похоже на стенду. Жаль, такой в сетевой нету. Тут 117-й. Нужен? Ой, благодарочка. От души. Бля. Не от души. А, не надо было. Ладно. Надо покрасить. Вот нет, бролика. Ты портишь мой красивый внешний вид. Понимаешь, братан? Чем тебе легенда? Был бы он бриллиантовый. Не бриллиантовый. Адская гончая мертва. Эй, алло! Адская гончая мертва. Теперь мы сможем забрать бейпасы. О, блядь. Да я вон чат читаю. Я чат читаю просто. Это он собаку убил? Не знаю. Появилась. Реально. Впервые вижу такое. Да, я его тоже вижу. Настрой, Первый. Ты что, читы скачал, я не понял. Адская гончая мертва. Теперь можем играть. Это звучит, как собаку убили. Ну да. Так звучало, по-моему, когда того Цербера убили, которого я показывал. Еще давным-давно было, я предлагаю налево ехать. На ферму? Да, да, на ферму. Оп. Не знаю, я собаку не убивала. Ну, я его тоже не убивал, просто я не... Не сразу понимал, что это суперрежим, и я не успел, к сожалению. А я был бы за, если бы уже... Он похож на... на пушка из этого, опа, там тоже на пушка из этого, как его, из Гарри Поттера первой части. А чё там, дым есть, но никого нет. Чё, не первый, а не первый пышка. Блин, что такое? Блин, не блинкай по губам тебя. У меня 5 минут ограничения в колду. У меня 38 ракет есть. А у него есть 5 минут. А ты мне чё? Я могу дать... Ну, торговаться. Я могу дать зелёный бой... этот... увеличенный магазин. Вау, мне ж так нужен. Да, я знаю, это... Ваш зелёный магазин. По сравнению с 38 ракетами, да, это да, ничто. Я знаю, это вообще ничто. Я потом найду. Будешь должен отдавать потом мне все золотое. Хорошо, все. Кассетка? Нет, у меня кассетки нет. Я тебе могу дым откинуть.
Я еще бедная, у меня одна броня и две дымовые, а три дымовые. Вот. На этом все заканчивается. Странно, они их как-то выбрасывают. Те трое справа, а этот один слева на карте. Аж грустно за него, да, за этот розовый. Паладин. Ограничение ставить. Зачем? Ты отупеешь? Там кела. А что будет, если ты нарушишь это ограничение? Там еще раз. Все же нормально вроде. Ай. Ты что делаешь? Давай так. А, это не он. Ой. Это откуда там? Да? Прости. Что ты обал? Я не специально. Фига там кто-то сидит. Я думала, это ты. О, пес. Фига там. О, у меня косилка появилась откуда-то. А откуда? Ты что делаешь? Интересно. Я подниму тебя, подниму, 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 подниму. Чё он делал, мне интересно. Чё он как-то странно отстреливался. Ну раз золотой... Блин, нет, там сзади ещё светок стоит. Сверху, 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 сверху. Чё у него там? А, я могу дым откинуть. Всё. Тебе в лицо прям. Дышим. Приятно. А чё там сзади люди подходят? А нет, там бат. Ботина. Я почему раз... тебя не поднимают? Ты же... А, ты живой? А нет, не живой. Ты кончился. Да, я кончился. Ты закончился. На, вот тебе. А дым кончился тоже. Угу. У него пиво есть. А тебе что, не нужно 44 ракеты? У меня уже есть. А, ну, у меня уже 50. Иди нафиг. Ничего не могу взять. Ой. Я закрой. У меня 50. Ой. А вот эти 3500, они сбрасываются, я тебе скажу, когда на оружие набиваешь. Когда они сбрасываются? Когда сезон проходит, там, у тебя 3500 также остается, потому что то, что... Ну, на оружие. Какие 3500? Чтобы переименовать оружие, ты 3500 очков, их, ну, это, копишь. А когда у тебя больше, то они по окончанию сезона сбрасываются, если я не вычитал. Ну все равно же переименованное оружие. Да, да, есть. Но эти 3500 также остаются. Это я. Это я просто понял, если захочешь прям в сотку войти. Там кто-то с этого. Знаешь, я все равно. Ребят, время кончилось. Все, ты уходишь от этого. Все, ты уходишь. Эх. Ты кидаешь нас. На тебе косяк. Куда тебя убить? Суицид не выход. И чё? Ну, там надо было две кинуть. Ну да. Кончается на глазах. Жизнь, боль, как говорится.
тачку. Жизнь, боль. Спасает нас. Ой. Поехали. Пока. Пока, Кимбербро. Жалко, что время кончилось. Прикинь, получится чисто его этот проносить до конца игры. А там воскресить, ага. Кстати, давай ты за руль. Ну, ты первая сетка. Там просто похуй. Ой, на крыше. Там на крыше челик. Ой. Спасибо. Это как? Спасибо. Спасибо, ты колок. Спасибо. Это как?